Все, запись началась. Да, погнали, давай, в Golden Axe 3. Sega Mega Drive Flip Power Golden Axe 3. Golden Power. И вот она, великая Golden Axe 3. Иначе как в переводе «Золотая секира». Так. Ну что ж. Норма, трудно, норма. Ну что, на нормале, да? Да? Норма, норма, конечно. Ну давай вообще. А не нажимать. Главное, а не нажимать. Давай. Ну да, да, да. Так, а какая у меня А вообще? О, хрен, ладно, пофиг. Разберемся. Так, ну что ж. Кто кем? Я вот пантер. Пантер один. Я, может, чуваком вот этим буду. По крайней мере, я им больше всех натренирован. А, кстати, а пантера я читал, он вроде как сильнейший из всех. Вроде как. У него вообще какая-то там самая сильная атака. Теперь, когда с тебя снято все проклятие, ты должен уничтожить принцип тьмы и вернуть магический золотой топор перед Радой. И этим все сказано. Да. Давай. А, кстати, вот этот гном, это Гилиус его зовут. Он был в предыдущих частях. Ладно, сейчас мы им покажем. Так, это так? А, я понял, все, я вспомнил. А здесь находится. Будем ее трогать. Это на крайний случай. Ты там разберись, у тебя есть разные всякие приемчики. Вот, бери, бери. Я тебе оставил еще одну. Ты можешь разгоняться, кстати, толчок делать. Вот так делай, вот так вот делай. Да, вот так вот, вот, вот. Блин. Да блин! Смотри, осторожней, ты уворачиваешься от них. Они, знаешь, бывают очень такие... все неугомонные. Вот этих теток опасайся, они любят прыгать. Если на пролом к ним не иди, они прыгают всегда. Сам прыгай сверху. Если ты будешь идти прям вот в атаку, они будут постоянно прыгать и наносить тебе удар. Ты их опасайся. А что, ты второй уровень бежишь? Ну, это не совсем, нет, это продолжение первого уровня. Пока еще первый уровень только. Отлично, отлично. Ты держись и старайся жизни поменьше тратить. Соберись. Даже маленькая улитка. Соберись как бы с силами. Осторожно, осторожно. Отлично. Да, он мне блок делает. О, еще одни? Они вроде... тетки должны были быть последние. Для двух игроков, по-моему, они... Да откуда тебе знать? Не, я для одного игрока как бы все попроще, для двух игроков посложнее становится. О, нифига их тут набежало. Для одного игрока их было всего двое здесь. А, этот мой. Так, осторожно. Уф.
что нифига их тут набежало, блин. Ах ты, ё-моё. Да ёб... Чё ты меня жрагнул? Спокойно, осторожно. Ну хоть так вот, да. Жизни, короче, пока тебе отдаю. Сейчас будет этот, рыцарь, короче. Ой, типа, паладин, что ли. Вот. Ты можешь еще разгоняться и делать эту атаку в прыжке, еще будет мощнее. А, и еще ты умеешь делать магию. Смотри, смотри, вот так. Ты должен сделать круговорот движений и нажать как бы удар и прыжок одновременно. И сделай круговорот, и вот такая так пойдет. Мне, конечно, этот проще гораздо сделать, потому что у меня джойстик. Ну, это... Давай пойдем, что ли, туда. Круговорот? Ну да, ты должен сделать это... А что у меня все магия пропала? Сейчас, погоди, погоди. Ты до... Они все сперли, ты должен их бить. Блин. Блин, давай, мочи его, мочи, ну блин. Моя магия убежала. Я тебе мороженое дал. Так, я уже, я здесь не помню, что за уровень будет. Деревушка. Интересно. Я обычно по старому пути всегда ходил. Посмотрим, что здесь. Ну, этот уровень, в принципе, помню, но давно здесь не был так. Вот эти толстяки, я предупреждаю, они любят постоянно... пузом ударять, разбегаться и ударять пузом. Ты смотри осторожней при встрече с ними. Я сейчас сдохну. Блин. А, также ты можешь блокировать атаки на всякий случай. Назад и атаку. Нажимая, он будет блокировать. Только блокировка только действует на один раз. Она не постоянная. Если тебя ударят. На этих теток это лучше постоянно прыгай. Постоянно прыгай на них, они уворачиваются от твоих атак. Я сдох. Блин. Ты у тебя очень сильный персонаж, ты должен это научиться им это взаимодействовать. Например, атаки ты можешь делать супер это при нажатии двух одновременно кнопок, слышь? Например, вот такую атаку или вот типа как у меня вот такая. Одновременно две кнопки нажимает, прыжок и удар. А типа вот этого, да. В бочках иногда могут сидеть враги, но иногда и маги. Там чаще бывает скелетки появляются. Надо спасать. А это нет, а после того как мы их прикончим, они спасутся. И кстати говоря, тот кого убьет, тому и жизнь, ну этот, тот и спасет. Короче говоря, за 5 спасивших, короче, получаешь жизнь. Да, он твой, короче. Подожди, не попадайся, он очень крутой. Не надо так вот, вот прям вплотную к нему. Вот ты получил его. Ах, ё-моё. Да ё-моё. Ты чаще подпрыгивай. Там с атаку сверху. Блин. Это было мощно. Так, подожди. Давай вниз. Там вроде что-то ледяное будет, по-моему. Ты лесное чудище. По-моему, ледяные пещеры там что-то какие-то. И сражение, по-моему, одним из наших. Заколдованным также.
даю. Ты это, поосторожней там с ним. А то, знаешь, если ты проиграешь, я один не выжил. А, и кстати говоря, жизнь. На, возьми. Жизнь. На. Да, мы играем, но, конечно, немного. Ну, я не играю. А, и это, скелетов опасайся, они постоянно тоже нападают и либо скачут вот так вот. Сверху, они часто на сверху прыгают. Вот, а теперь наш. Может, его надо макить? А, да-да-да, можно, кстати. Давай. А может, и мне применить? А, у меня... Нет, блин, у меня супер магия будет. Не, я свою приберегу, ты, короче, свою пока используй. Сейчас сдохнешь, а магии не останется. А, я, кстати, уже умер. А, и у меня магия есть еще. Блин. У него очень мощные атаки у этого говняка. Но он медлительный очень. Да, играем мы, конечно. Ну ладно, ладно. Плоховато, да? Да ужасно. Да ладно, сойдет, я думаю, пока что. Смотри, вот можно вот так делать, кстати. А, yes. Он, конечно, очень медленный. Ну вот, отлично. Теперь он, кстати, будет сейчас с нами ходить и всех мочить. Да ладно, шучу. А, мне надо магию восстановить. Блин. Надо было все-таки тебе взять. Я одну лишнюю прихватил. А, ну вот, ледяные пещерки. Давно я так не был здесь. Бывает это все с сетью проблемы. Блин. Ладно, ты это... Осторожно, ты два раза только, но у нас еще континуумы есть, не волнуйся. Ты проиграл два раза, я пока один раз. Блин. И сколько континуумов у нас еще есть, без понятия. Может, два или три еще. Кстати, магию вот так делай, вот так делай. У тебя на друг... Она круговорот сделай. Ты должен сделать вперед, вверх, назад, вниз. И вперед, обратно. Нет, ты вот так вот должен. Ты вот так вот сделай. Ой. Спасибо. Блин. А, короче, ты должен сделать полный круговорот вот так, а потом дожать атаку. Не обычную атаку, а две кнопки на одновременно. А, блин, берешь он. Блин. Ё-моё. Я не могу магию использовать. Она у меня вся нафиг используется. А, кстати. А, я вспомнил. Кстати, ну-ка встань передо мной. Встань передо мной. Во, а потом, когда видишь, мы головой трясем. Ага. После этого надо сделать, когда мы так сделаем, короче, надо использовать магию. И она будет совместной. Вроде так. Если я не ошибаюсь. Ты ё-моё. Ой, щит. Блин. Блин. Магия твоя упала в пропасть. Бери, бери. Бери сердце. А, во, а, сердце прибавляет по это, шкалу жизни подлиннее. Отлично. Да ё-моё.
Блин, на клавиатуре, наверное, неудобно играть. Да? Ну так, да. Ты это, знаешь, ты иногда это... куда-нибудь в сторонку отходи, чтобы я тебе помогал. Иногда там скелеты могут сидеть в этих кристаллах. О, ну вот. Блин, и мой тоже, что ли, скелет был? Блин. Ты это, не знаю, ну... иногда прибереги там, что ли, магию. Бывает. На боссов там. Ну пока можно использовать, в принципе. Если это тройная атака. Да ё-моё, чё за фигня? Кстати, с тетками поосторожнее, особенно с красными вот с этими. Блин. Да пошла. Блин, ну ё-моё. Да погоди ты, ё-моё, дай мне ее прикончить. Совсем что ли? Да, извиняй. Мне. А, я съел уже, ну все, нормально. Что-то я не услышал звука. Осторожно с ними, прыгай почаще на них. Нормально. О, ты, кстати, получишь скоро жизнь одну за то, что спасешь еще одного заложника. Да блин. Да ё-моё. Да ё-моё. Мы сообщения работаем. Нападаем хрен над друг на друга, вообще. Я сплинтер. А при чем тут сплинтер? Блин, они что-то на тебя, что ли, все прут? Я своего прикончил. Блин. Да он ладно, щит использует. А, я прикончил. А, блин, сейчас. О, нет. Слышь, иди сюда. Сейчас, погоди, ко мне подойди. Пока они это стоят там, давай. Ай, блин, не получилось. Потому что у меня нет времени. Я даже не знаю. А, наверное, надо использовать. Наверное, чтобы у тебя тоже полная магия была, да, наверное. Да. А? Да, наверное. Кстати, я вроде знаю против них кое-что. Эти враги очень опасны, я их терпеть не могу. Но я, кажется, знаю тактику, как с ними сражаться. Ой. Нормально. Более-менее, ладно. Слышь, давай соберем полную магию и попробуем ее использовать на каком-нибудь боссе, а? Давай, бери.
Как думаешь, попробуем? Ну давай, собирай. Там, блин, офигенная магия будет какая-то. Да убивай, как твой. Типа, либо ты нажмешь, либо я, и у того-то будет какая-то супер магия, короче. Я думаю, что так. Я так еще никогда не использовал. Ладно. Даем. На них надо прыгать. Ты дай ему выйти-то. Кстати, ты вот так вот атаку можешь делать еще. Проводить. Если нажмешь прыжок и вниз. Блин, только осторожно, меня не задень. А то ты что-то распрыгался там. А, класс. Приложил я их. Да что? Осторожно. Ты перепрыгнула, блин. А, рыцарь, это хорошо, хоть он пусть будет. Ах ты, блин. Да что? Хорошо, что не минотавры. Я терпеть их больше всего не могу. Видите? Да, замесили мы. Ты нас избивают. Ладно, я пока соберу, короче. Да ё-моё, я не успел нажать. Ты их можешь перекидывать с другой стороны, в сторону, когда ты их, им делаешь захват. О, кстати, тебе жизнь не помешает. Магию бери. А, блин. Чёрт, ё-моё. Да что, пан? А прыгай. На тётку прыгай. И будь осторожен к атакам, будь внимательным. Они часто делают прыжки и разбегаются. Так, кстати, подожди, давай подумаем, куда пойдем? Куда выберешь? Не знаю, где. Давай сюда. Интересно, что здесь. Дай, бери. Не подходи к ним чаще всего, они... постоянно подпрыгивают. А, опять? А, блин. Бывает такое, проблема с сетью. И с самим эмулятором. А, матрица. А, да. Блин, меня чуть не прикончил. О, бери магию, да. Тебе еще одну и попробуем там, может, босс будет. О, кстати, сейчас корабль будет, походу. Блин, я на корабле так давно не был. Thank you.
Блин, тут так тесно, что пипец. Да? Да ты не прыгай так, ё-моё, в меня попадёшь. О, щит. Будем делать маги. Делать? У меня потерял кольцо. Да блин! Блин, не дособирали магию. Сейчас бы мы им показали. С первого раза наверняка бы сдохли. А после этого они еще выживут. Даже уверен, после твоей. Погоди. Ах, ты подожди, погоди. Не, они, по-моему, еще не сдохли. Ну да. Блин, ну наконец-то. Я терпеть их не могу. Давай ты собирай, я свое еще соберу. Ты играть не умеешь. Да, кто бы ж говорил. О, корабль. Собирай заложника, блин. Тут вроде заложник у них есть, да? Или мне показалось? Тебе один заложник нужен, и ты жизнь получишь. Да блин, погоди ты. Из-за такой заварушки ни черта не понимаю, кто где. А, тебя, кстати, вроде Хронос зовут. Персонажа. Я как читал о них. Нормал. А почему мы на Орле не летели, мы на корабле? Оно оставит моего друга. О, жизнь. Вот, слышь, пополни себе жизнь. Она вроде шкалу прибавляет еще. Подлиннее. А, блин. Вау. Блин, такая суматоха. Ой-ой-ой. Давай, иди сюда. А, блин, не получилось.
У меня тоже ноль жизни, как у тебя. Ты один континент потерял, да? Да. Ай, как и я. Блин, я сомневаюсь, что мы вообще пройдем игру и этого князя тьмы. Последний уровень, конечно, просто жесткий. Распрыгались тут, понимаешь. О, туда, там разные пути есть. Интересно. Ты получил жизнь. Да. Блин, вот опасайся этих зеленых скелетов. Они часто прыгают и делают свои коронные приемы. И головой еще вытягивают придачу. Нормально. А дай мне, подожди. А теперь мне бы собрать заложника еще хотя бы одного. Ты так царапаешь вообще здорово своими атаками. Интересно, кто на этот раз сражение какое? Ух ты! О, собирай магию давай. Ой. Да ё-моё! Блин. Ты видишь, они это такие атаки всякие часто проделывают. А кто там? Ё-моё, грифон нахрен. Делай, а подожди, делай атаку свою, давай, магия, магия. Да, она у тебя, потому что вся целиковая. Блин, все равно мы не собрали, ничего не получится. Так, теперь я. А, ты так замер. Блин, грифон, с грифоном шутки плохи вообще. Блин, еще и рыцари эти. Блин, да он уворачивается от всех атак. Он на него только прыжками. На него вообще бесполезно нападать. Есть, готов. Но он еще вернется, кстати. Да пошел. Принц мой.
Я мой золотой секир в одно место. Да че? Я бьем гоблин. Не скажешь прочитать. Так. О, этот уровень, кстати, непрост. Даже слишком. Проклятый город, что ли? Да блин. Своим щитом. Да ну ё-моё, ну что ты делаешь? Я же говорю, не лезь, когда не твой противник все равно. Вот так мы тебе на. Что ты делаешь? Что? Ты что делаешь-то? Я? Да. Ничего не делаю, а что такое? Ты встал на месте и ничего не делаешь. Я дерусь, ты что не делаешь? Блин, ты встал! Вот я дерусь. И паузу нажимаешь постоянно. Это не я. Я паузу не нажимаю. По-моему, у тебя Lost Connection. У меня нет Lost Connection, а у тебя есть? У меня нету. У меня нету Lost Connection. По-моему, ты отрубился. Ну, херово. А со мной что стало? У меня тоже пауза. У меня просто мы деремся и пауза постоянно. Блин, и у меня так же. Ну все, понятно, короче. Конец игры. Блин. Что, заново? Какой заново, знаешь? Понятно, ему. Все потеряно. Ну не знаю, может чуть попасть. Через часик будешь? Ну, возможно. А, ну все, у меня теперь связь прервалась окончательно. Ладно, все, короче.